Эта история произошла, когда мы с мамой приехали в город. На вокзале я увидел, как убили дядю-журналиста. Мы поехали с дядей Сашей Лещевым к нему на работу. И там я сразу узнал убийцу. Племянник? Вроде того. Оказывается, он полицейский. Работает вместе с дядей Сашей. Эти плохие полицейские решили нас убить. Но дядя Саша Лещев вовремя вернулся. Мы запрыгнули к нему в машину и сбежали. Только дядю Сашу ранили. Никто не знал, куда мы подевались. Тетя Алина позвонила Костику. Это приятель дяди Саши. Они вместе работают. Костик нашел во дворе пулю. 9 миллиметров. Ты что, перестрелка была? Плохие полицейские продолжали искать какой-то диск. Из-за него они убили дяденьку-журналиста. Этот диск они нигде не могли найти. И решили, что он у дяди Саши еще. У меня тут никакого диска. Убийство журналиста и исчезновение Лещева со свидетелями как-то связано. Дядя Саша Лещев поехал в город просить помощи у Костика. Они с ним встретились, но только за Костиком следили бандиты. Костик хотел предупредить дядю Сашу и поехал за бандитами. Щенок этот за нами увязался. Че он сигналит? Бегает что-то. Комсомолец, еще палить начнет. Короче, уводить его надо. Так, вот развилочка, там только ступина. А, значит, там Лещев хоронит. Лейтенант, как пить дать, за нами рванет. Уверен? Поглядим. Дурачок за нами увязался. А ну давай его шугать. Ты убери этот пистолет, придурок! Не зли меня. Пистолет к плечу. Ага. Сейчас. Вот так. Кто тебе звонит? У него. Поехали. Господи, Костик, то ты-то куда пропал? Осторожно, у нас
занимаешься? Да вот лежит твоя. Ой, я уже все пополоскала. Нашел. Ну и кому ты так радуешься? Митьке или этому нехристи? Оба вернулись, слава богу. Ну-ну. Ну-ну. Здравствуйте, дядя Саша. Здравствуйте, дядя Мить. Здорово. Здравствуй, Ваня. Здравствуй. На, смотри, что я тебе из города привез. А? Это мне? Да, тебе. Взамен старых. Спасибо. Так что вот, рисуй на здоровье. Балуешь ты его, Мить. Да дядя ладно. Дядя Саш, смотрите, ну что мне там, дядя Митя подарил. Да все нормально. Я по своим делам ходил, а он звонил кому-то. Ясно, я поняла. Ну, извините. Гришин звонила. Решила журналистом заняться. Славик, перестань. Какие журналисты? Он Лещев пропал. Ой, ты загулял. Первый раз, что ли? Славик! Шучу. Все. А у Гришина вообще сердечный приступ. Ему точно не до Лещева. У них там после убийства Шаталова такое началось. Подожди, кого убили? Костика Шаталова? Ну да, ты не знала? Чего? Эй, стой, куда ты? Иди ты. Еще раз посмотри внимательно. Узнаешь ты этого человека? Да я же говорю. Как не смотри? Ну, не видел я этого мужика. А что, если видел, сказал бы? А это по настроению. Иногда бывает такое настроение, что мать родному не хочется видеть, не то что ментов. Ну, если я тебе на пузырь дам? Да за пузырь я тебе хоть черта рогатого узнаю. Но я же говорю, не видел я. Проходите, пожалуйста, Алина Аркадьевна. Садитесь. Евгений Алексеевич, что происходит? Что происходит? Видите ли, Алина, вы ведь с капитаном Лещевым, так скажем, близкие друзья. От него есть какие-то новости? А у вас? Нет. На месте убийства лейтенанта Шаталова найден пистолет. Согласно экспертизе, именно из него был произведен выстрел. Так вот, этот пистолет принадлежит капитану Лещеву. Это ерунда. Этого не может быть. Вы сами верите в то, что вы говорите? Лещев не мог убить Шаталова. Да зачем? Сейчас я, Алина, все вам расскажу. Так что делаем? Не знаю. В соседней деревне автобус не ходит. Фу. Так. Что тут у нас? Так, мы здесь. Матвеевка, Ельцова, Макарова. Ну, Заболотная. Может, туда? Вряд ли. Дороги сюда нету, а он от нас на машине смотался. Чего же он тогда на автобусе катается? Потому что он не такой придурок, как ты. Машина в розыске. Я вот на первом посту тормознул. Все, хватит трепаться, поехали. Да, возможно, в это трудно поверить. Но улика есть улика. На пистолете отпечатки пальцев Лещева. А насчет мотива? Есть одна версия. Даже не версия, так
предположение. Возможно, Лещев мог иметь связи в криминальных кругах и был замешан в их преступной деятельности. Но это полная ерунда. Но тогда это многое объясняет. В том числе его внезапное исчезновение. Мы сейчас как раз трясем одну преступную группировку. Возможно, капитан почувствовал, что вот-вот всплывет его имя и решил не ждать. Тогда при чем здесь Шаталов? А Шаталов мог что-то узнать о связях шефа с криминалом. Ну и решил по наивности с ним побеседовать. Ну, тот и убрал его как свидетеля. Ну да, я оставил пистолет со своими отпечатками пальцев на месте убийства. Отличная версия. Ну, я же говорю, это не версия, это так. Предположение. Но в сложившихся обстоятельствах мы просто обязаны объявить капитана Лещева в федеральный розыск. Я надеюсь, Алина Аркадьевна, вы понимаете, что для вас это означает? Если у вас есть или у вас появится какая-нибудь информация о местонахождении Лещева, вы просто обязаны по закону сообщить ее нам. В противном случае это будет расценено как соучастие. Я, если можно, у вас еще немного погощу. Живи, чего ж. Мы гостей не прогоняем. Спасибо. Ну, если по хозяйству помочь нужно, то я с радостью. Ну-ну. Топор в руках держать могешь? Приходилось. Ну, вот завтра и подсобишь. Николка-то с Натальей поженились, будем избу ставить. Завтра? Куда завтра? Александр Слапович. Помогу. С радостью помогу. Вот это разговор. Погодите, неровно тянете. Подожди, подожди. Я сейчас тебе помогу, а то надорвешься. Настя, воду неси. Мужики, небось, пить хотят. Тяжело вам. Водички, может? С радостью. Давай я второй бегу. Опять неровно тянете. Ну что ж вы? Давай, поднимай, поднимай, поднимай. Давай, 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 давай. Вот. Тут тебе точно до вечера убрали. Спасибо. На здоровье. Мить, воды хочешь? Нет, спасибо. Не хочу. Леня! О, Алиночка! А ты знаешь, у меня такое впечатление, что ты меня тут поджидала. А у тебя мобильный отключен. Правда? Угу. А тебе не приходило в голову, что я, может быть, не хочу никого слышать и даже видеть, извини, так что уж... Шаталова убили. Шаталова убили. Какого Шаталова? В любом случае у меня стопроцентное алиби. За поиск. Кончай поясничать, Леня. Шаталов — это тот парнишка из полиции, с которым я к тебе приходила. Теперь ты вспомнил? Подожди. Вот этот Костик, что ли? Костик, Костик. Фу. И его убили. А его-то за что? Кто убил? Лещева теперь обвиняют. Оба-на! Лещева? А ну, пошли поговорим. Пойдем, пойдем. Давай, выйдем поаккуратнее. Ну что, умаялся?
Да нет. Хорошо пока. Ну, тогда он со стропилами подмагни, там полегче будет. Будете пить? Не понимаю, Настя, чего удумала? Чужак он и есть чужак. Не знаю, где он больше чужак. Здесь или в городе. А я знаю. Лещевский ствол был обнаружен возле трупа. Да. И смотри, как примитивно, но подставляют. Это верняк. Ты-то хоть что-то понимаешь, Леня? А что тут понимать? Все завязано на убийстве этого Райкова, депутата. А при чем здесь Райков? При чем здесь Райков? Знаешь, я... Я твоему Костику не сказал, да, в общем-то, его бы это и не спасло. Ведь Варгин, он же сюда не просто приехал. Кто-то должен был ему слить информацию по этому резонансному убийству. И что? Что? Значит, кто-то должен был вручить на встрече этот диск. С видеозаписью, что ли? Видеозаписью. Ну? Кто там, что там, я не знаю. Он не говорил, я не спрашивал. Они знали, что диск у него. В общем, за это его и пришили. Прошу. Леня... Да, похоже, диск-то не нашли, раз даже у меня искали. Ну и что теперь? Чего теперь? Будем ездить по всем деревням. Шеф считает, что диск у Лещева, поэтому мы не нашли тогда его у журналиста. Найдем Лещева, найдем и диск. Найдем. Жрать охота. Охота. Эй, хозяева! О. Чего вам, милые? Здравствуйте, мы из полиции. Здравствуйте. Скажите, хозяюшка, а чужих в вашей деревне нет никого? Чужих? Да откуда чужим-то взяться? Тут своих скоро совсем не станет. Точно нет, бабуль? А если проверим? Ну, коли делать нечего, то проверяйте. Только я в своей деревне знаю все и про всех. Ну что, Ванюш? Рисуешь? Смотрите, дядя Саша. Покажи. Это солнце, это небо, это мужики избу ставят, это мама и ты. Я? Слушай, это что-то непорядок. Как это? Все работают, а я один бездельничаю. Хорошо. Я нарисую, как ты работаешь. Ну, пожалуйста. Ладно, ребят, пойдемте, а то там уже все собрались, нас только ждут. Все в сборе. Отче наш, хлеб наш насущный, дай нам внести. И остави нам долги наши, якоже мы оставляем должникам нашим. Не уведи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. 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 Ну, а теперь к столу. Ну что, мужики, хорошо поработали. Добрую хату справили. А? Николай, Наталья, скажите слово. Ну, что ж тут сказать. Спасибо вам всем огромное. Спасибо. Храни вас Бог. Ну что, нравится изба-то? Очень нравится. Ну вот и живите на здоровье. А главное, детишек побольше. Правильно? Вот, давай. Ну, кушайте, угощайтесь, пожалуйста. Что ж вы не спите? Устали ведь? Я вот на звезды смотрю. А то вы их не видели.
Не поверите, лет 100 не видел. Нет, не поверю. Вам не 100 лет. Чуть меньше. Только у нас в городе так звезды не видны. Вы так говорите, как будто вам город и не нравится вовсе. Уже не знаю. Там все-таки ваш дом, ваша работа, ваша Алина. Все мое. И не мое. Далеко как-то. Далеко? Далеко. Анастасия, ты что это полуношничаешь? Чай не девка уже, иди спать. Да, я тоже пойду. Погоди. Поговорить надо. И о чем говорить будем? А то ты не знаешь. Ну, уже догадываюсь. Это хорошо, что ты такой догадливый. А ты бы еще догадался Насте голову не морочить. Ты приехал и уехал. А ей жить. Ей сына поднимать. Ей муж нужен. Муж это кто, Дмитрий? А хоть бы и Дмитрий. Он мужик надежный. И он наш. Он нашу веру чтит, а ты... А я чужой, я не здешний. Знаю, знаю. А за Настю не беспокойтесь, я ее не обижу. Я хоть и не христ, а не конченая сволочь. Ты здесь эти слова забудь. Сквернословие, оно от антихриста. Да, не буду. Сейчас я оклемаюсь и уеду в город. Да не в этом дело. Живи сколько хочешь. В этом. От своей беды не убежишь. А еще на вас накличу. Завтра я с утра в райцентр поеду. А сейчас спать пойду. Доброй ночи. Понял, дядь Гриш, понял. Ты когда вернешься-то, Митька? Как бог даст. Ну, ты это, не задерживайся. Ладно. А, гвоздей еще купи. Сотки, килограмма 2. Сарай надо поправить. Куплю. А вот и хорошо. И это, Митька. Че? Ну, насчет Насти. Не переживай. Да не переживай я, дядь Гриш, не переживаю. Ну, этот городской как приехал, так и уедет. А ты, Насте, гостинчик купи. Ну, слышишь, что говорю? Да слышу, я слышу. Поехал я. Ну, с Богом. Ерунда. Ерунда, у вас кровь. Да ерунда. Черт. Давайте я за дедом Степаном. Не надо деда Степана. Не надо черта вспоминать. Пойдемте, а вдруг у вас рана разошлась? Ничего страшного, перевяжем и все. Вот и перевяжем. Давайте, идите в дом. Идите. Привет. Привет. Чего не работаем? Ты шеф обещал 2 статьи дать к среде. Сегодня четверг. Напоминаю, первая – это кредитная высотка за рынком, а вторая – обрига. Не поняла. Обрига. Значит, в переводе с испанского – это укрытие, защита. Но на самом деле означает мужскую одежду в период средневековья.
Славик, ты чего, принял с утра, что ли? Какая верхняя одежда? Проснись. Твой Лещев объявлен в розыск. Он подозревается в убийстве сотрудника полиции. Держись от него подальше. Славик, спасибо, ты мне очень помог. Мне полегчало. Хорошо. Хорошо, скажи конкретно, чем я могу помочь? Напиши про кредитную высотку, век тебе не забуду. И про верхнюю мужскую одежду тоже накропай пару строк. Раз уж тебе нечем заняться, Славик. Ах, вот оно как. А мне никто не сообщил, что Лещева подозревает в убийстве. Не хотели вас тревожить, Петр Васильевич. Да и мне, наверное, не стоило. Бросьте, Алина. Сашка мой друг. Значит, под Лещева копают. Серьезно копают. Только вот кто и зачем? Мне кажется, я знаю, зачем. Наверное, это связано с убийством депутата Райкова. Да убийство депутата Райкова было год назад. Сашка этим делом не занимался. Не понимаю. А я вам объясню. Варгин. Ну, этот Валерий Варгин, журналист, которого убили на вокзале. Мне удалось узнать, что ему передали некую видеозапись, компромат на кого-то, связанного с тем убийством. А Саша расследовал дело Варгина. Так вы говорите, что компромат у Лещева? Да я не знаю. Я вообще не знаю, что мне делать. Я к вам поэтому и обратилась-то. Ай, черт бы меня побрал попасть в больницу в это время. По всему городу был развешен. Я в милицию пошел. Там у нашего Василия брат двоюродный работает. Спросил, что да как. А он говорит, человека убил. Милиционера. Фамилия какая-то такая простая. Шаталов. Костя. Может быть, не зря Лещев на пушкаря бочку катил, м? На пушкаря? Ой, да я, забудьте. Это все безосновательно. Алина. Сейчас самое главное, чтобы Саша вернулся. Да как вернулся? Сейчас, когда его обвиняют в убийстве? Да чем дольше он прячется, тем больше оснований для обвинений. Неужели вы не понимаете? А если он вернется, мы найдем доказательства его невиновности. Понимаете? Да, понимаю. Если он вам вдруг позвонит, вы ему обязательно это скажите. Я передам. Извините, вам пора ставить капельницу. Ой. Ай. Выздоравливайте, Петр Васильевич. Это очень важно. Передайте ему это. Не виноваты вы-то! А кто виноват? Костя, пацан. Его из-за меня. Все из-за меня. Вам надо лечь, Александр. Мне не лечь, мне в город надо. А я в город сунуться не могу. Меня любой мент сцапает. Обложили. Обложили. У вас кровь. Саша, у тебя кровь. Ваня! Да не надо. Ваня! Ерунда. Ваня! Я сам. Настя. Бегом на пасеку к деду Степану. Дядя Саша, плохо. Ага, сейчас. Настя, осторожно. Ничего, ничего, не волнуйтесь. Давайте. Держитесь. Бегался. Аккуратно. Горишь весь.
Давай, дед, намажь меня чем-нибудь поядреннее. Нельзя мне болеть. Так, терпи. Сейчас больно будет. Ух ты, елки-палки. Медь. Да вот, курить начал. Хорошо, что ты успел предупредить. А если бы Александр поехал в город, его бы точно забрали. А может, так оно и лучше было бы. Я ведь мог не говорить. И все бы тогда пошло по-старому. Да, Настя? Нет. Нет, Митя. Ты бы не смог. Ты не такой. Другу моему армейскому. Мы с ним из этого чехла все вытрясем. Телефон был. Какой номер, а? Да нет, сынок, у нас телефонов. Номер какой? Да, и номеров я не знаю. Номер какой? Ручку давай, давай. 23 как? 23, 25. Вот. А я не звоните. Настя! Они до нее доберутся. И пушкарь. Ну, отваром я его напоил. И чехол. Поспит. Алину нужно спасать. Только бредон весь. Алина какую-то вспоминает. Алину. Пытается спасти, что-то телефон какой-то спрашивает. У меня есть ее телефон. Ну, в принципе, мужик крепкий. Выдержит. Ну, если чего, зови, дочка. Все. Спасибо, дед Степан. Thank you.
Мария! Тихо! Как он? Спит пока. А где Настя? Не знаю. Ну, совсем подруга отбилась. Ну, вот где она может быть? Тихо, дайте говорю. Ваня! Ванюша! Пожалуйста. Вот этот телефон работает, да? Конечно, работает. Можно позвонить? Конечно. А скажите, вот у меня тут телефон. А как? А вы пойдите карточку купите и звоните куда хотите. Карточку? Конечно. А где? Идемте, я вам помогу. Спасибо вам. Идемте со мной. Спасибо большое. Давайте номер. Вот. Пожалуйста. Спасибо. Алло? Редакция. Можно Алину? Кто вам нужен? Алина, журналистка. Алина, это тебя. Спасибо. Алло, я слушаю. Алина! Алина! Здравствуйте, это Настя. Какая Настя? Настя. Помните, я у вас ночевала с мальчиком Ваней. Настя. Настя, Настя, а где ты сейчас? Я в райцентре. Здесь телефон. Алина, вы не переживайте. С Александром все будет хорошо, но он просил вас предупредить. Настя, ты знаешь, где он? Да, я знаю, конечно. Но он думает, что вам угрожает опасность. Настя, в каком ты райцентре, скажи мне? Я в Приречье. Так, хорошо, я уже выезжаю. Я буду через минут 40. Слушай, дождись меня, слышишь? Хорошо, хорошо, я подожду. Заберите. Спасибо. Да не за что. Весь бензин уже спалили, а толку никакого. Долго нам еще по этим деревням мотаться, блин? На машине недолго. Так, за болотному есть какая-то. К тем, что остались, дорог нет, по-моему. Да, по этой только на танке. Давай что ли в райцентр заедем, у коллег там поспроши. Давай. Ой, семечек там купим. Господи. Алина? Настя, привет. Здравствуйте. Садись. Как там, Саша? Александр, сейчас все нормально. Ну, рана опять разошлась, и дед Степан говорит, что… Подожди, какая рана? Он что, ранен? Да. Вы же ничего не знаете. Он же, когда нас с Ваней спасал, его ранили. Нужно срочно в больницу, Настя. Нет, ему нельзя. Так что точно нельзя. Он в розыске. Да, мы знаем, что его ищет. Но вы поверьте, он никого не убивал. Он не мог. Он очень хороший человек, у него чистая душа, и даже мой Ванька это чувствует, а детей не обманешь. Он очень переживает за вас. Хватит выкать, мы с тобой уже на «ты». Настя, слушай меня. Ему срочно нужно в больницу, ему нужны антибиотики, а не травки. Хватит болтать, поехали. Куда? К тебе в деревню. Как там она? А, в Заболотное? В Заболотное. Да вы что, нужно сначала до Ступино доехать. Я вот на лодке, потом на грузу. Тебе взять что-нибудь? Там этот человек, который нас стрелял. Он ранил Александра, ты уверена? А деревня? Как деревня? Заболотная, кажется. Заболотная.
Господи. Так, чего? Знаю. На каком грузовике мы на легковую? Без дачи. Настя. Не проедем? Настя. Сейчас быстро едешь и прячешь Сашу. Поняла? А ты? Саша, я разберусь. Так, понял. Да, понял. Все, давай, добро. Воды вообще нет. Алло. Привет. Да, да. Да вот, я уже еду. Ну, послушай, я же не знала, что это так далеко. Да. Ну, я прямо сейчас уже выезжаю. Ну? Галина, да? Ну, давай, давай, да. Давай, до встречи. Давай, пока. Так давай, Юда. Тихо ты. Супер, какие-то. А что это? На Ступино автобус когда идет? Через 20 минут. Билет у вас можно купить? А прямо в автобусе, у водителя. Спасибо. Дай вам Бог. Минутку, гражданочка. Документики ваши можно посмотреть? Документы? Какие документы? Ну, желательно паспорт. У меня нет. Я из Заболотного приехала, сейчас вот обратно. Что, вообще никаких документов нет? Нет, только денег немного. Я очень тороплюсь, понимаете? Понимаем. Пройдемте до выяснения. Ну, понимаете, мне очень нужно обратно. Понимаете? Мы все прекрасно понимаем. Тут недалеко, пройдемте. А это долго? Нет, недолго. Если вы сейчас быстро, пройдете с нами. Thank you.